Меня зовут Шурик Сосис. Вообще в жизни я занимаюсь бизнесом самостоятельно. У меня было только два работодателя в жизни. Один из них Ренат Ахметов, а второй Вадик Спасский. Он был мой командир в свое время. Я ему хочу вручить командирские часы. Вадик, вот это часы? Блин, командирские.
love is alive. And so we begin. Foolishly laying our hearts on the table, stumbling in. Sing it, girl. Надежный, стабильный, качественный. Говорят, мужчина голова, женщина шея. У нас в семье все не так, все наоборот. Ты голова, ты шея, я лишь туловище. Как скажешь, так и будет, я всегда с тобой. А кроме того, я хочу, наверное, первый раз в жизни сказать тебе, что я не могу без тебя жить. В самом романтическом смысле слова, невзирая на кучу лет. И в самом, что ни на есть прямом, я ненавижу, когда тебя нет. Когда ты уезжаешь в командировке, через два дня опустошается холодильник, замурзанные дети, и я совершенно в полном ощущении никчемности, ничтожности, голодности, босости и бомжовости. Поэтому я без тебя не могу. Да, поэтому, пожалуйста, будь. И пусть тебя радуют дети, и никогда не приносят огорчений. Опять-таки, друзей тебе верных, братьев клёвых, жены нормальной. В общем, всего, что человеку нужно к жизни. К жизни. Лехейн.
Михаил. Горько! Горько! When I first saw you, I saw love. And the first time you touched me, I felt love. And after all this time, you're still the one I love. Looks like we made it. Look how far we've come, my baby. We might have took the long way. We knew we'd get there someday. They said, I bet they'll never make it. But just look at us holding on. We're still together, still going strong.